худо, бокс и джиу-джитсу для всех. В Ярославле открылся спортивный клуб единоборств. В рядах спортсменов дети от 3,5 лет и взрослые обучаться здесь будут, в том числе и представительницы слабого пола. Но не все из них выбирают занятия по растяжке. Базовый вид спорта – худо. Основатель клуба увлечен им уже 25 лет. Теперь с опытными тренерами передает навыки молодежи. В здании 6 современных залов, оборудованных по последнему слову спорта. Уже сейчас здесь обучается больше 250 человек. В планах пополнить количество борцов в 2 раза. Я вообще пришла за самообороной. Но потом, после буквально 3 занятий, сенсей отправил меня на аттестацию, и я получила 8-й Q. Я перескочила сразу несколько Q, а затем, недавно, недели 2 назад, я сдала на 7-й. Для меня кудо – это большое открытие. Сегодня у нас проходили мастер-классы наших воспитанников. Вот они показали технику нашего вида спорта кудо на лапах и продемонстрировали ее далее в показательных боях. Также проходили выступления наших друзей танцевальных коллективов, среди которых занимающиеся тоже наши воспитанники.